И, собственно, давайте продолжим. Вот у нас Силика прямо тут. У нас там по основному квесту встретиться с Силикой в одиночку и спросить ее, как она справляется со своей лавочкой. Окей, ребят, погнали, поедим этих вкусных булочек. Снова. Сода, Силика на мисено йостемо митей кокану. Блин, ну опять, говорят одно, пишут другое. Ах, ладно. Я сейчас просто жажду карриевых булочек. А мне стоит пойти проверить, как там Силика. А он просто говорит, точно, Силика же карриевые булочки начала готовить. Стоит пойти посмотреть, как она. Похоже, мне понадобится очень много инвентаря. Силика. Здорово, Силика. Ну, как твое предприятие? О, добро пожаловать! А, не то. Здрасте. Переводчики. Вижу, что у тебя все мозги заняты делом. Вся голова забита делом. Тут довольно тихо. Ты закрыта сегодня, что ли? Да. Просто я все продала... Все распродала в мгновение ока. Вот как. Тогда почему бы нам не написать Лиз и посмотреть, если она не хочет затусить с нами? Да, хорошая идея. Какой хентай? Хотя, возможно, Силика... О, Силика. Лиз Сан сейчас в своей кузнице. Почему нам просто не пойти и к ней? Да. Посмотреть, как она. Да, почему бы нет? Кстати говоря, а ты знаешь насчет, как эта хрень называется? Забыл. Короче, вывески, во, вспомнил. Вывески, что возле ее магазина. Канбан? Вывеска? Разве она не как раз совсем недавно закончила ее и вывесила? Она такая клевая, вся такая металлическая и сложно сделанная, замысловатая, можно. И у нее такой удивительный дизайн. А, ташкани, сою миката мо ару но ка. Да, я думаю, она довольно прекрасна. Ты так не думаешь? Нет, это не то. Я просто привык к старой вывеске Лиз, которая была еще в САУ. Сделать подобную вывеску, наверное, очень тяжелый труд. Эта игра все-таки находится еще на ранних стадиях. Вот для моей лавочки у меня нет ничего подобного. А вот и она, как и предсказалось. Да, уж действительно. Привет, привет, и тебе хорошего настроения. Вижу, ты веселишься. Лиза-сан, конничива. Лиза-сан, здорово. Здорово, Лиз. О, вы двое, что вы тут делаете? Да я подумал, что Лиз, возможно, ты хочешь потусить с нами немножко. А, да, конечно. Это поможет мне немного... вытрясти из головы лишние мысли. Что-то случилось? Ты что-то не выглядишь особо бодрое. Да, это ничего, просто... некоторые дураки, что тут работали, вещи перепутали.
Клиенты пришли ко мне и из-за того, что они слышали всякого рода слухи о моей лавочке. Однако я не смогла сделать то, что они хотят. Скаймал будет сегодня. Много сауска. Я хочу это закончить. Я уверен, что нечто подобное происходит довольно часто с магазинами крафта. Я это знаю, но это все равно отстой, знаете. Я потеряла доверие игрока. Уровень моих навыков все еще довольно низкие в этой игре, потому что она еще новая. Не все идет так, как я хотела бы, к сожалению. Вот как. Да, это звучит очень жестко. Мне очень жаль. Но все нормально. Это небольшая суета. Просто в Арк София, в моей лавочке, там все работало замечательно. Мне действительно не хватает 76 этажа. Мне не хватает сауна. Я понимаю тебя, Лиз, но ты не должна так сильно себя заставлять. Ты, конечно, удивительный кузнец, но качество — это не единственное, что твои клиенты ищут. Им нравишься ты, им нравится твоя личность, и, может быть, они создают кучу воспоминаний в твоей лавочке, ну, понимаешь? Конечно, я... Ну, я тоже. Спасибо, ребят. Я бы хотел бы думать, что вы правы, но таков бизнес. Я беру деньги, и я должна серьезно работать. Или серьезно относиться к своей работе. Ну, в любом случае, это проблема для другого раза. А почему бы нам не направиться в кафе? Я очень сильно хочу книгу сладостей. Конечно, я тоже делаю. Хорошо, тогда подождите секунду, пока я тут лавочку закрою. Лиз-сан выглядит очень грустно. Да. Лиз-сан. У нее всегда было это чувство долга. И это все, наверное, делает для нее тяжелее. Она является той, кто научила меня, насколько важна доверие клиента. Мне вот интересно, есть ли что-нибудь, что я могла бы сделать для Лиз? Ну, мне в голову в данный момент ничего особо такого не приходит, но думаю, что первая задача — это, возможно, помочь ей немного развеяться. Извиняюсь за ожидание. Ну что, погнали в кафе. Мне вот интересно, если у них есть этих ограниченных по времени темно-вишневых заварных пирожных с кремов. Все что угодно, а я угощаю. Что? К чему? Так, подожди, неужели ты пытаешься меня подбодрить или типа того? Силька просто немного беспокоится о тебе. Ну, если это так, я не буду сдерживаться. Чё? Мне всегда вот было интересно, смогу ли я сожрать целый тортик самостоятельно. Чё? А у меня таких денег-то нету. Ну ты попала, девчонка.
Да. Ну вот, ребят, никогда не нужно отдавать руку собаке, она откусит ее к чертям. Да все нормально, я думаю. Я думаю, что только целый тортик сможет избавить меня от этой темной тучи, что у меня над головой. Ну, я думаю, что вся моя экипировка мне не нужна, я что-то могу продать. Ой, да ладно тебе, Лиз, не нужно так сильно дразнить Силику. Ой, извини. Да просто шучу. Ладно, погнали. Подожди. Ну чё, пойдёт торговать на туре. Думаю, что Лиз чувствует себя немного лучше. Надеюсь, это подбодрит её. Кто бы знал, что управлять лавочкой будет такой тяжелой работой. Привет. И все, найти консоль. Блин, что, серьезно? Это все ивенты? Че так мало? А где 8 ивентов, как обычно, которые появляются? Или вот сейчас я выйду из лавочки, и тут будет что-то. Да, походу будет раз. А нет, не будет. Энг. Не, ну нафиг, я больше вот это говнецо стримить не буду. Меня уже бомбит. Серьезно. И вот то, что ты написал, а это очень плохая вещь. Серьезно, не рекомендую никому. Только если очень сильно нечем заняться. Просто это такой унылый и скучная хрень. Единственное, что может заставить меня в это поиграть, какой-нибудь интересный сюжет. Хотя я сомневаюсь, что это будет. Не, ну как бы если... Ну ты по-любому не сидишь и не смотришь, поэтому в чем смысл мне это начинать? Но если сильно хочешь, и ты мне игру подгонишь, возможно, я тебе ее постримлю разочек. Так, ладно, тогда погнали дальше. Карты. Я вот после САУ хочу Gravity Rush 2 пройти. The 2B. Есть ее костюм. Потом Dark Rose Valkyrie. Потом поживем, увидим. Хотя что поживем? Якуза Zero. И Якуза 1 кивами. Планы большие, но времени мало. А еще Ведьмака на японском, ну, с японской озвучкой. Так, ну что ж, вперед искать эту консоль. Ну, Энг, ну как минимум, смотри. Когда на ней будет офигенный скидон, а он будет точно, там процентов 70, а он будет точно, и очень скоро, скорее всего, до конца года, вот тогда, возможно, возьму и, ну, один стрим сделаю и там посмотрим. Так что, вот. Ну, если сильно интересно, реально, зайди в YouTube, посмотри начало, и я думаю, ты поймешь, почему я не особо это хочу играть. Так. Мирит сейв. Точнее, телепорт. Есть. Оп, вытащить. Так, что у нас тут? Ух ты ж.
карту изучим. Ну, нам нужно сюда, скорее всего, вперед нам нужно идти. Блин, саундтрек реально классный вот тут играет. Игр куча, времени мало, это нормально. И они все выходят и выходят. О, Persona 3 Portable. Затян, я уже как года два хочу пройти. И Райду Кузуноку. А еще SMT 3 Ноктюр. Но до них я не знаю, когда доберусь. Если доберусь. Игры слишком большие. СМТ-3 там писец просто, дофига часов. Да, все, мы приехали. Я бы еще Персону 5 перепрошел бы. Ну, он один в один, как в Lost Song. Насчет разнообразия, не знаю точно. В Lost Song разнообразие боссов. Голем, дракон. И все. Там зеленый дракон, красный дракон, синий дракон. Все. Только, блин, из последнего патча босс, который добавил немного сюжета, это понятно. Только тот босс был офигенный, да. Все остальное, халтура полнейшая. Ни о чем. Вот в той игре был лишь один плюс. Летать было реально приятно и одно удовольствие. Сам сюжетец, ну, так себе, но были интересные моменты. Связанные с Севен, с Рейном особенно. Или эвент с кошачьими ушками и Эгелем никогда не забудется. А, ты платину выбил, ну тогда молодец. Так что вот это брать только с большой скидкой. На торрентах ее нету, к сожалению. Я против пиратства, но вот это говно должно пиратиться только. Вообще топ был, ну да. Да были там много хороших ивентов. Все эти кристаллы блокируют путь. Возможно, консоль находится на другой стороне. Мне нужно найти способ пройти тут. Эй, вы видели дракона тут, рядом? Дракона? Ну, типа, монстра? А, похоже, вам нужен предмет, который называется колокольчик резонанса, для того, чтобы... избавиться от этих кристаллов. История гласит, что воин, который придет сюда убить дракона, заполучит этот колокольчик себе. Так значит, вот какая история стоит за этой заблокированной
путем. Ну, я подумал, что, наверное, стоит найти дракона. Ладно, не важно. Я сама найду его. Да, окей, я понял. Окей, погнали. Найдем тогда дракона. И завалим его. Ну, Алис, ну, бывает всякое что-то такое. Колокольчик резонанса. Так, ну, если посмотреть, то где может быть этот дракон? Само собой, только в этой стороне, потому что там пункт заблокирован. Погнали, найдем дракона. Древний военный лагерь. Ой, Алиса, да хватит мир спасать. Сколько можно? Надо жрать и тянок кадрить. Ну да. Это же японский аяш. Чем он еще занимается? Он жрет и тянок кадрит, все. Больше им нечем заняться. Это не ММО, это синглплеерная игра с сюжетом. Это уже четвертая игра в серии. Сюжет идет другой, альтернативный, после 76-го этажа по основной аниме, то есть после там середины, где там переходят в Вало, тут игра развивается немного по-другому, и мы проходим все 100 этажей. И тут немного другой сюжет, и мне он нравится больше, чем в оригинале. Лично мне. Точнее, в аниме. Дракончик, дракончик. Где же он? А, они еще в игры. Ну да, окей, они еще в игры играли. Вон он. Это игра на PS4 и на PS Vita. Не рекомендую эту версию играть. Но если выбора нет, то можно и там. Флаундер, приветствую. Но у игры есть один большая проблема. Переводы сделаны через жопу на английском и коверкует половина сюжета, диалогов и характера персонажей. Так что рекомендуется знание японского языка. Полфразы обрезают, ну и так далее. Придумают свои истории. Юки сделали гопника вместо бойбабы. Точнее, такой пацанки. И так далее. А, нет, Алис, как бы... они именно что такие, но в английской версии их не изменили. Вот ты посмотри на Юки. Она говорит одно, а пишет другое. Она говорит как... Ну, такая... Немного боевая и все. А ее перевели как гопника. Она так не говорит в оригинале. Я думаю, это заметно любому. Красивый вид. Очень красивый. Воу. А тут просто огромные кости. Они определенно довольно достаточно большие, чтобы принадлежать дракону. Ну, Алис, я сравню их с аниме, ну, с теми, что были в аниме.
если что, не знаю. Возможно, я да, о чем-то вообще другом. Половинчик, потому что это Ингришу. И потому что переводчик, походу, такой же, какой был Кутусао. Какой-нибудь студент университета, который еще не закончил его и учится на тройке. В лучшем случае. Так, я думал, мы дракона будем валить, но дракон уже сдох, вижу, видим давно. Тупо скелетом. Ну окей, вперед, девочки. Похоже, мы дальше не можем пройти без того, чтобы победить эту хрень. Сократ, да, я же в нее давно играл. Она классная, я хочу ее пройти, застримить. Но когда? Я же еще Vita версию хотел застримить, но теперь можно. Воу-воу-воу, они сдохли? What the fuck? Что за... Блин, он меня замедлил. Мне нечем снимать этот баф. The fuck? Нет, это не Sword Art Online, это уже тут другой мир, это Origin. Тут все нормально, тут не умирают. Это в онлайн умирали, во второй или в третьей игре. В Hollow Fragment, короче, умирали. Lost Song это уже Alva, там нормально все. А это уже Origin, тут тоже все нормально. Тут NPC умирает раз навсегда. Смотрю, у меня воскрешалок не завалялось. Не завалялось. Так, что-то у меня как-то вообще проблем не было с монстрами. Никого не выносили раньше. Ну, походу... Воу-воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо, не мочи меня. Ай! Не успел отойти. Я сам разберусь. Подожди секунду, да чё так столько ждать-то, давай бей. О, застанили, молодца. Свич, видишь? Сейчас будет. Эй, блин, поздно. О, воскресили! Кто это? Лифа, ну наконец-то! Блин, оставь моих девочек, падла! Пора пофармить? Не знаю, но походу да. Вперед, девочка.
Давайте его добьем сейчас по-быстрому навыком. А, блин, не получилось. Блин, этот пад довольно жесткий. Готов. Чё-то потненький какой-то. Фу, мы справились. Да, уж действительно. Вот теперь фу, действительно уместно. А это что? Это то, что нам надо, походу. Похоже, этот дракон сделал ужин из этого воина, в конце концов. Мне стоит попробовать позвонить этим колокольчикам возле кристаллов. Ее, мы нашли колокольчик. Прекрасно. Кирито жопу чешет. Ну, блин, это нормально. Все жопу чешут, когда он чешется. Чё, нормально, что ты подираешься. Ставь человека в покое. Ну, кстати, а тут и дракон есть. 63 уровень. Не, я только что 36-го еле выложил. Смог его одолеть. Так, вперед. Вообще-то я могу телепортироваться. Чего чешет? Ну, потому что чешется, чё? Бывает. Все-таки VR с полным погружением. Грузим. Есть. Кстати, мы давно ни с кем не спали. Мы, кстати, со Стрей так и не переспали. Надо это исправить сегодня. Что скажешь? Сделаем позже перерывчик от сюжета и данжа. И пойдем по спинским. В смысле, ну берешь Тян и идешь в кровать с ней. То все. Окей. Сейчас тут ничего не останется. Так, сейчас, секунду. Так, резонанс от колокольчика разрушил кристалл. Ну, это было достаточно легко. Ладно, с этим мы расчистили путь впереди. Наш пришло время найти консоль. Ну, погнали. Идем консоль. Отвлекаемся на мелочь.
тебя пару уровней и набрать, наверное, все-таки стоило бы. Легче это сделать в мультиплеере. Ну, Анг, ну, если ты играл в Hollow Fragment, то примерно так же. Там очень красивые арты. Всегда. Так. Да, мы правильно пришли. Блин, а Лифи идет этот костюм из Гадита. Ух ты ж, бля. Какие ножки. Так, ладно. Интересные враги. У них задница классная тоже. Итак, чё? Тут мы переместимся к консоли. Варп. Похоже, мы дальше не сможем пройти, если не одолеем эту, эту хрень. Вот вперед. Воу. А, да, походу стоит прокачаться. Понял, подальше. Бей. Хорошо. Моя очередь. Блин, они все просрали. Какой он быстрый. Девочки, есть, есть. Готово.
Да, походу надо бы пару левелов все-таки взять. Ура. Печать была сломана. И мы находимся сейчас в зоне, которой даже на карте нету. Ну что неудивительно. Хотя по карте мы вот где-то тут нам показывает. На мини-карте ничего. Окей, посмотрим. А вот и консоль. Ага, я думаю, что это оно. Эти разработчики пытаются обмануть нас что-то... что-то их каждодневная... рутина пройти милю. Консоль спрятана тут внутри. Ладно, давайте запустим эту малышку. Ничего не происходит. Почему оно не работает? Бьюсь об заклад, нам нужно право администратора. Что значит, мне нужна Юки. Ну, пришло время вернуться обратно и найти ее. Юй, наверное, сказал. Юй, нам нужна Юй. Ну, она в городе, как всегда. Где? Ну, не знаю. Пойду сюда. Перерыв на пару минут и потом продолжим.